Ребята, всем добро пожаловать, с микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся с вами по-прежнему в КС-очку. Сегодня продолжаем играть на сервачке «Позитивное зомби». Здесь всем бесплатная випка, ребят, поэтому перед началом ролика обязательно со слайкосик, подписочка на канал, нажайте на колокольчик. Ребят, прям обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Думаю, вам понравится данный видеоролик. Друзья, посмотрите его до конца, потому что в конце будет важная информация. Даже в середине ролика я вам скажу кое-что важное о канале, что будет происходить, какие новые рубрики буду снимать. Поэтому, друзья, все, с вас лайкосик. Ну а мы, в принципе, начинаем и приступаем к видосику. Во-первых, вам будут доступны на данном сервачке всем, совершенно всем вот такие модели випов. Блин, очень круто смотрится. А дальше уже вот привилегия босс вроде бы, такой черный паренек, вот этот. Поэтому, друзья, ножи вот эти вот, как у меня сейчас в руке, такой, блин, галактический, прям красивый такой будет доступен. Сейчас я все вам покажу, у нас чума, так, все, давайте залезем сюда, я вам покажу быстренько все ножи. Нож приват дает урон, получается, для всех игроков. Дальше два ножа по левелам у нас идут с 3 и 4, но у меня пока что левела нету. Я их пропущу, посмотрим менюшечка, возможно, я как-нибудь себе качну левел, и потом уже посмотрим вот эти два ножа. А четвертый нож, коса галактика, вот для випов и для супер випов будет доступно, в принципе. Дальше коса демона, вот такая тоже довольно-таки интересненькая, красивенькая. Так, далее у нас идет катана Energy, поджигает вроде бы, да? Вот так, да, красиво, красиво, ребят. Так, красиво поджигает, ух ты, я уже сколько пареньков так порезал, да? Поджог, нож Атлант Заморозка, идет уже для создателя. Вот такой вот нож, Хаммер, Вархаммер, точнее. Тоже довольно-таки красиво, интересно. Почему у нас хук запрещен, я вот не знаю, ты последний человек. Хотя здесь пареньков очень-очень много. 5 человек точно играет и пишет, что у нас хук запрещен. Типа мы последний человек, вообще без понятия почему. Давайте вот этот вот Хаммер возьмем, поиграем с ним. Так, с по классам зомби я себе взял для создателей демона. Поиграем под ним сегодня. Так, или нет, давайте под ним мы уже играли, давайте для голдов возьмем ядовитого и поиграем с ним. Привилегии, ребят, здесь стоят очень дешево, вы можете поставить на паузу, посмотреть, випочка бесплатная, если вы хотите там дальше доплатить, к примеру, вот випка плюс супер випка, цена випки плюс паутинки, вот 25-47 рублей, короче, поставьте на паузу, ребят, все изучите, посмотрите, онлайн покупка привилегий через онлайн сайт goodks.su, ссылочка также будет, в принципе, в описании, кого заинтересует, но мы погнали. Так, посмотрим меню печенек здесь, за печеньки, у нас сколько печенек получается, 2 печеньки, за печеньки сможете покупать джетпак, обменивать печеньки на паки, то есть бублики, и обменивать на админку плюс паутинку. Это тоже довольно-таки интересная фича такая. Так, и нас завалили. Да, у нас моделька такая черная, босса вроде бы, интересная. Так, с М4 пишет, Рамзес не настоящий, но завтра видосик посмотрит паренек и удивиться, да? Давайте броню уже закупим. С вами лимит брони здесь 300. Бесконечно патроны, нет отдачи купим. И в принципе, пушку нам нужно какую-нибудь годную. Фигню, вот. Давайте с миниганом побегаем. Он должен быть мощным. Он был бы владельцем и нагибал бы. Так, а я кто в чатике? А в чатике? Я создатель, а не владелец. Так, у меня же еще выше привилегия, братан. Че ты тупишь-то? Ладно. Не будем на этом заострять внимание. Джетпак, ребят, джетпачок подбираем. И сейчас, в принципе, на нем... Ух ты, ух ты, ух ты. Зря, конечно, я думаю, мы сюда заскочили. В принципе, тусоваться здесь такое себе. Давайте здесь еще джетпак. Ух ты. Я понял. Спасибо, спасибо. Все, ребят, короче, вам расскажу пока что новость. Поиграем за зомби. Расскажу такую малехенькую новость. Смотрите, ребят, если, конечно, вы наберете под этим видео, давайте 300 лайков, ребят, к завтрашнему дню, то я завтра начинаю снимать для вас рубрику «Продолжайте выполнение заданий». Выполнение заданий, то есть буду выполнять. Пишите свои задания, что задание будет набирать больше всего лайков, к завтрашнему дню наберет больше всего лайков, то задание, в принципе, ребят, я буду выполнять. Поэтому, ребят, обязательно пишите свои задания все, я обязательно их почитаю, изучу. Продолжим снимать рубрики, потому что я вижу, что вы хотите, что вам они интересны. И поэтому, ребят, да, продолжим, в принципе, снимать. Но джетпаки здесь красивые, однозначно красивенькие. Так, шар еще был такой. Давайте возродимся. Возродиться можем? Нет? Меню админа, управление зомби-модом, стать человеком. Так,
Опа, как паренька-то сбросить? М8. Паренек джетпак подлетел, забрал и все, и улетел. Так, где, ребят, где нам нужно взять управление зомби-модом? 100 человеком. Надеюсь, нас дьявол не завалит, потому что будет обидно на сзади. Кто-то там смочил, наверное, да? Мочил нас сзади кто-то. Так, а чё по лагам слышно? У меня пинг вроде нормальный, а чутка подлагивания такие есть. Без понятия почему. Так, с меню випа. Здесь, ребят, сможете брать рандомно, бесплатно, от 50 до 150 бубликов, то есть паков, брони, жизни. То есть, интересно, фича бесплатно совершенно вам будет доступна. Меню супер випа, а также бублики, жизни, немезиду, оружие сможете брать. Сейчас мы посмотрим, что входит в этот список оружий. Думаю, будет что-нибудь интересное. Так, где менюшка привилегий? Менюшка супер випа, паки, броню жизни. Ну, здесь, в принципе, все золотые такие пушечки интересненькие, да? Далее, менюшечка админа, паки, броня жизни, управление зомби-модом. Наконец-то паутинка нам стала доступной. Оружейка, торнадо, получается, такие ВСКшки и магнум лазер. Это что у нас? Так, джетпак подобрали, и давайте быстренько улетим на джетпаке нашем, да? Почему паутинка снова недоступна? Нужно админу, ребята, отписать, потому что у нас паутинка якобы доступна, но она, в принципе, недоступна. В начале раунда только становится доступной. Без понятия, что это такое, баги, не баги, вообще, хз. Так, дальше арбалеты у нас золотые, такие вот тоже пушки очень мощные. Кстати, арбалет реально мощный, по 1000 хп сносит, по 1000, ребят, 1000 хп. А, баф эмочка и баф... из АК-47. Дальше Скарборн и СФГАН. Мощная пушка, однозначно мощная. Так, почему паутинка недоступна? Где нож с вами? Чтобы на джетпаке улететь. Так, с меню босса, паки броня жизни, Стар Чейсер. Кстати, тоже довольно-таки мощная пушка, я играл с ней. Вот, по 2000 хп, в принципе, сносит, если попадаем. Нужно ее оставить. Перчатки бога, пылесос вот этот, ребят. Тоже довольно-таки мощная фича такая, да? Так, что по зомби у нас? Сейчас завалим этого зомбака. Давайте я завалю, изи. Так, с АК-47 тоже какой-то. А это что? А, это пылесос, я думал. Ребят, я думал, это как джетпак выглядит. Интересно, согласитесь, вот как джетпак просто выглядит. У нас, кстати, с вами лимит брони просто превышен. Я сейчас смотрю, у нас очень-очень много брони. Так, а вот это что у нас такое? По 3000 хп сносит. Нифига себе, нифига себе тема, ребят. Вот эта пушка сносит по 3000 хп, чтобы вы понимали. По 3, да, ребят, по 3000, не удивляйтесь. Я сам только что удивился, по 3000. В смысле, дамаг 9000? 9000 хп мы снесли? Что, я просто не понял, это что-то годное. Окей, так, с меню админа, управление зомби-модом, возродиться, Рамзес и 100 человеком. Где антидот? Нельзя использовать. Что за сервер, ребят, я понять не могу, почему мы не можем, только вот все через менюшку, все, прям все, только можем через менюшечку. Так, на чем я там остановился, менюшка создателя, здесь плазмоган, стан рифл, АК-47, снаф замораживающий, кстати, должен быть, давайте поиграем, да, посмотрим, и джетпак, в принципе, вот такой вот, да. И вроде бы по менюшечкам привилегии все там, выдача бубликов, сможете выдавать амапаки, получается, забрать, сможете забирать и давать. Вот, к примеру, Рамзес, опа, получил 1000 паков. Интересно. Так, давайте затестим вот эту вот пушку нужно затестить, ребят. Без задачи и бесконечно патроны купим. Я хотел затестить эту пушку, замораживает она вообще или нет, без понятия. Сейчас мы это проверим. Так, блин, ребят, кстати, спрейфы очень интересные, такие прикольненькие. Так, ну, кстати, а где зомби? А вот зомби, ребят. Кстати, мы зомби завалили, я стрелял совершенно рандомно, серьезно вам говорю. И мы завалили зомбака. Ну нет, заморозки нету, но зато спрейфы такие реально красивенькие, замораживающие, снежинки, очень много снежинок. Реально красиво и зачетно смотрится. Так, поэтому, друзья, блин, вот этот джетпак вообще просто красивый, я хотел заскринить его, но... Почему меня убивают все время так? Я понять не могу. Кстати, карта с боссом есть какая-нибудь здесь или нету? Так, скорее всего, нету здесь ничего такого. Ну ладно. Ребят, напоминаю, пишите еще раз в комментариях прямо сейчас. Спускайтесь в комментарии, пишите свои задания.
то есть еще задание наберет больше всего лайков, я буду продолжать снимать. Также, ребят, пишите, вообще стоит ли продолжать снимать выполнение заданий или же нет. Я обязательно все почитаю, изучу, если вы захотите, то в принципе продолжу, почему бы и нет. Мне такое разнообразие будет, и вам, я думаю, интересно будет смотреть. Поэтому, ребят, все, в принципе, жду вас всех на данном сервачке. Все ссылочки на данный сервачок будут, как всегда, в описании. Ну а на этой ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Рамзес, все дела. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, ребят. Пока. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.